Родина вновь зовет на защиту. На Южном Урале готовится к осеннему призыву. В этом году из Челябинской области в вооруженные силы отправится 8 тысяч молодых людей. Состояние здоровья, говорят комиссары, будут проверять с особой строгостью. Кроме того, около 15% будущих солдат должны быть с высшим образованием. Подготовка в регионе уже началась. Составляются планы работы призывных комиссий, утверждается их состав, согласовываются графики отправки рекрутов в войска. Глава муниципальных образований заслушать начальников отделов муниципальных образований по вопросам готовности к проведению призыва граждан на военную службу осенью 2010 года и организованно провести до 5 октября инструкторско-методические занятия с членами призывной комиссии. На областном совещании военкомов поставлена задача провести кампанию без сучка, без задоринки, как весной. Тогда план по призыву был выполнен на 100%, и армию пополнили чуть более 7 тысяч южноуральских призывников.